Всем привет, ребята! Там я, Стефан, и вы на канале Стефанчику ТВ. Мы сегодня будем кататься на аттракционах. И знаете где? На горе Цибидабо в Барселоне! Ребята, а прежде чем я побегу уже бешеным кататься на аттракционах, я вам покажу храм Святой Сев. Там есть Иисус, кобра Иисуса из Рио-де-Жанейро и как из Португалии. Этот храм называется Святой Сердце. Мы позже туда поднимемся. Я вам покажу, какой вид оттуда на город Барселона. Ну что, теперь пойдем сходить с ума. Это самый старый парк аттракционов во всей Испании. Смотрите, какой красивый город Барселона. Сейчас сюда пойду прокатиться. Я иду с моей младшей сестрой. Ребята, я сейчас буду кататься, как вы дальновяром катите. Карусель. И мы остановились. Ребята, эти лошадки были два детишек. То сейчас я пойду. Да, конечно, последнее. Два звонка. Буду здесь. Два слова сегодня. Мне очень страшно. Ну, ничего. Мия, а тебе страшно? Нет. Не страшно? Чего? Что? Мия, погляди, страшно маленькому ребенку. Здесь видна вся Барселона, как на какой-то маленькие ладошки, как будто какой-то конструктор Лего. А на самом деле это большой город. Ребята, а вы знаете, как называется Цибидабо? Переводится это «Я тебе даю». Вот это гора. Посмотрите вдаль, сколько всего интересного видно. Весь город, вся страна. Вау, как круто, больше нет ничего крутого. Ребята, мы сделали первый круг. Скоро будет уже второй круг. Мне очень нравится. Ребята, и мы поднимаемся. Мы самые пока что верхние. Мы на самой полосе вершины. Я не ожидала таких впечатлений. Ребята, я себе купил круассан. И сейчас я пойду на самолет Цибидабо. Ребят, я не могу представить Цибидабо без этого классного самолета, как в Феврале. Вот видите, это движок. Видите номер 23 на крыле? Это день рождения 23 числа. Этот самолет летит прямо над головой, а я буду садиться внутри. Этот самолет совершил 47 тысяч полетов. Смотрите, это вся его постройка, все его фотки. Я иду дальше.
какие шокированные гонки. Уху, как было круто. Крюки самые лучшие в Барселоне. Ребята, мы спускаемся. Ребята, мы были тут, мы были на колесе обозрения, на самолете, на вот этих вот фигурах. Сейчас спускаемся вот сюда и идем на самое интересное. О, какие крутые машинки! Я на них люблю кататься. Ну что, ребята, делаем ставки. Посмотрим, кто победит в гонках. Ребята, пока что обгоняет всех зеленый. Не влезается ни в кого. Зеленый обгоняет всех. Белая машина тоже у этого мальчика вас не подъехал. Едет желтая машина, обгоняет всех. Желтая машина впереди всех. Все делают кури. Ну что, ребята, тут очень интересно, очень интересно. Ну давайте посмотрим, что есть. Ребята, смотрите, какой крутой корабль. Прямо над водой. Почти как корабль Джека Воробья. Он влетает очень высоко. Ребята, тут делают пиратские фото. О, смотрите, сокровища, как которые я прям проходил. Давайте сделаем одно фото. В этом парке есть аттракцион «Викинг». Там катаются на кораблях. Ребята, каждый ребенок может себя ощутить на этом аттракционе «Викинге», настоящим викингом. Ребята, на тебе даме ладуга. Загадывайте желание. Ладуга, ладуга. Ну что, ребята, сегодня мы были в самом-самом-самом крутом аттракционе в Барселоне. Каждый ребенок должен тут побывать. Ну что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте много лайков. Всем пока!